перец хабанера гавайи бич. Это одна из разновидностей хабанера. Он относится к более крупным сортам хабанера. У остальных сортов более мелкие плоды, чем у этих. Здесь, как вы видите сами, довольно крупные плоды. Созревает он от зеленого, вот такого цвета. Потом становится оранжевым, а потом красным. Это высокоурожайный сорт. Здесь, как можно посмотреть, вот видите, какое количество плодов. Вот они висят. Очень большой, практически вот ветка вся усыпана полностью плодами. Вот каждая ветка с таким вот количеством плодов. Срок созревания этого сорта довольно длинный, от 160 до 200 дней. Ну, если рано высадить его, то можете в сентябре уже собрать, в начале сентября можете собрать первый урожай. Высевать его надо вообще, где-то я высеваю в основном где-то 5, 6, ну, до 10 января. Высота куста может достигать до 1,5 метра, если вы будете выращивать в теплице. А так, вот у меня где-то сантиметров, наверное, 70. Высота кустика, вот развилочка внизу. И начинается вот у него, видите, как он прямо целыми гроздями. Очень-очень много плодов на нем. Сорт довольно-таки острый. Острота у него от 300 тысяч до 357 тысяч. Довольно-таки острый. Стенки у него более плотные. Он толстостенный. Он довольно упругий. Вон такой, видите? Вон стук какой у него. Очень интересный, очень красивый сорт. Советую выращивать такой сорт. Он довольно урожайный. Как бы не требует никаких хлопот. Единственное, все сорта хабанера не любят частых поливов. Я уже говорил на некоторых роликах, что корневая система при частых поливах получает серьезный стресс. И плоды начинают горчить. Привкус полыни у них, горечь такая. Как бы уже в пищу принимать их, они довольно сильно горькие. И это очень интересный сорт. Растение многолетнее. Его можно выращивать как на балконе, в горшках, так можно в теплицах, можно в открытом грунте. Вот я, к примеру, его буду осенью опять отплодоносит. Все плоды соберу, обрежу его и опять отвезу домой. На следующий год я снова его высажу. Этот сорт имеет сладковатый фруктовый аромат со вкусом хабанера. Вот такой вот красавец. Посмотрите. Очень-очень крупные плоды. Плоды прям очень сильные. Видите, какие? По сравнению с остальными хабанерами, он довольно крупный. Вот на самой развилочке у нас получается 5 перцев висит на самом коронном. И уже пошли вон по 2 штучки. И вот висят везде по всей длине. Очень хороший сорт. Так что советую. Выращивайте у себя на балконе, либо на грядках.